Так, что ж, всем привет. Сегодня мы продолжаем топить Doom. Скорее всего, стрим будет не очень долгим. Но что-то я не удержался, мне хочется поиграть. Потому что, ну, что-то понравилось. Кстати, я не зря сохранился, тут же, по-моему, нельзя с конкретного уровня начать, да? Только главу можно выбрать, так что я тут хорошо, что я сохранился. Так, а что у нас тут? А, у меня тут только пистолет теперь. Уже не только пистолет. А чё, дверь не открывается? Но если это колония на спутнике Марса, то почему здесь везде вот эти страшные картинки, типа там черепа? Или это уже вот захватили какие-то демоны? Стоп, это же... Ой, это же... И они типа тут это все нарисовали. Блин, а что-то это самое? А как его пробить? Это что-то F. Что-то я не понял. А у меня сложность не повысилась? Ну хотя на сейве должна была остаться. А, меня тут стреляют? А они на шум что ли реагируют? Это за мной дверь закрылась. Да ни хрена себе. Подняться-то. Пожалуйста, поднимись. А, тут было какое-то бессмертие. А, я вспомнил, я же был в этой комнате. Точно, я же эту миссию далеко доходил. И потом у меня гейм-овер случился. Неожиданный. Этот был, который очень медленно стреляет. Ну блин, пистолет урон не наносит вообще. Круто. Ну, надавал по морде. Ну блин, чё, а чё оружия так мало? Ну я-то понятно, у меня просто попытки, я-то пришел сюда уже с оружием. А как мимо них пробежать-то?
Ну, блин, я не знаю. У них коллизии есть. Что они делают? Да, я думал, я отошел. А мне только пистолет остался. Он что, не может пройти, что ли? А. Блин. Ладно, я думаю, его будить-то не стоит. Так, а в этой комнате надо идти сразу до так называемому бессмертию или что это? Ну, я хотел. Реально бессмертие, да? Надо было с кулака, конечно, разбирать. Так, что тут еще есть что-то? Двадцать девять выстрелов из дробовика. Мне не хватит на того жирнича. А здесь же урон не падает от расстояния выстрелов. Я так понял, он чуть ли не растет. Ну, разброс точно растет. Там кто-то ходить наверху должен. Ну, что-то не вижу. По-моему, где-то прохладное. Так, ну вроде немного пока стабилизировался при этой какой.
Вот и карта. Так, и чё, мне теперь надо идти? Туда всё-таки? Ну, блин. Топ, вот эта дверь. А чё, максимально что ли 40 патронов? Или это для пистолета? А, 200 максимально, видимо. Да чё это с этими пистолетами сделал? Так, это стартовая локация. А, стой, у меня, кстати, синий ключ есть. С этим, наверное, можно, в принципе, пойти попробовать угасить. Есть. Так, звуки какие-то тут. А, вот бессмертие лежит возле него. Понятно. Бессмертие заканчивается. Я, кстати, тут был в прошлой попытке. Ну, вот по вчерашней попытке. Я помню это место. И тут проход куда-то. Красный ключ туда нужен. Так, запомнили, вот в это место красный ключ. Так, и сюда красный ключ. Ага, тут выход. Так, что-то патроны заканчиваются. А как мне взять это? Так, ну это, видимо, ракетница, да?
Так, вижу ключик. Блин, я не вижу где-то кнопку или что? А, там, наверное, проход сверху, я понял. Как туда пройти, непонятно. Ладно, пока пройдем вот сюда налево. Тут что-то есть. Патронами беда. Так, и чё, это просто ресурсная комната и все? Что он двери открывает? А, это ловушка, типа, была, да? Нет. Кто-то дверьми балуется. Так, а куда мне идти-то сейчас? Не знаю пока. Видимо, тут надо обходить куда-то. Так, стоп, а там были какие-то двери. А, ну да, это выход, я понял. Так, сюда, вероятно. Кто тут ходит? А, вот тут я не был. А что так темно? Блин, неприятно, когда так темно. О. Хорошо. Так, тут, судя по карте, тут вот есть проход, тут здесь кнопка какая-то. Лол. Серьезно, бензопила? Она что, бесконечная, что ли? Интересно. Ладно, оставлю пока про запас. Так, ну у нас вон там целая серая зона. И вроде бы я туда могу попасть, кажется. Блин, промахнулся. Что-то нажал. Никто не вылез. Тут, видимо, в любую дверь можно заходить. Так, и чё? Просто ради патронов сюда пришел? Хотя я какую-то кнопку нажал. Не знаю, что она могла активировать. Но я в целом пришел не туда, куда хотел.
Так, тут что-то еще у нас. О, вот она. А где у нас желтый ключ нужен был? Но я не уверен, что я находил, где нужен желтый ключ. Или я забыл. А, вот же. Да, конечно, если бы мне нужно было прям посерьезно избегать этих шариков, которые не выпускают. Ну как, на сложностях повыше, скорее всего, это уже обязательно. То с таким управлением было бы не так уже весело. Нет, может быть, это во втором доме. Сложность чуть ниже средней. Типа там это Don't Be Too Rough или что-то такое. Нет, it's... Давай дальше. О, кнопочка. Что произошло? Может быть, это лифт на выход? А, я на другой, это лифт, я на другой этаж приехал. Так, а вот и красный ключ. А, это был не лифт, это скорее ко мне что-то приехало. Ну, короче, неважно. А, мне вниз налево нужно было. Да, мне уже рассказали про последнюю сложность. А вот эти красные двери. И тут кнопочка. А, все. А там, значит, секретка в той красной двери, но мне это пофигу. Это версия 1995 года. Ну, карта, по-моему, была всегда. Tower of Babel. Ой. Здесь сразу нам показывают, что самый грозный пока противник, который до сих пор встречался, тут... Распятый. Значит, тут кто-то еще более грозный. Так, ну что тут, арена? Блин, сейчас бы попадает. Ой. Ну да, тут какой-то босс новый. Но я обратно же не могу вернуться, да? Что-то я не понял.
А я должен с пистолетом тут, да, сражаться? Да у него наверняка хп просто, мне пуль не хватит, не умирает. Ну хорошо, пуль мне хватит, конечно, но... Угу. Стоп, ну это ракетница. Где он там? Блин, ну как-то они быстро летят, я не успеваю. Ну, базука тут не веселье, базука здесь это тяжелая работа. Ничего веселого в этом нет. Она очень неудобная к управлению. Видишь, она медленно летит, ты попадешь. Он застрял. По нему, наверное, так урон не проходит, да? Не, дуэль я не выдерживаю с ним. Он опять застрял? Четыре? Ну. Так, а тут еще патроны есть или там только для пистолета? Ну я, по-моему, уже почти все израсходовал, да? А, нет. Пока хватит еще.
Сколько в него надо раз попасть, непонятно, конечно. Ну, блин, интеллект у него, конечно. Специфический. О, убил. Сайбердемон. Лорд. Сюжет. Demos flows above hell itself, если... Final chapter of Doom Inferno. То есть мы были на спутнике Марса и внезапно... И внезапно пришли в ад. Так это еще первый? Не прошел вообще-то. Причем нам написано, что Инферно — это финальный эпизод, но у нас еще есть вот это The Flash Consumed. Так, что, реально адок, что ли? Понимаю. Ну, ад, что с него взять? Нет, только босс второй главы. А чего они сильнее стали? Это тупо ловушка, понятно. Какой бы дали дробовик, не знаю. Патроны для дробовика дали, а дробовик не дали. Патроны для дробовика дают. Неужели этот дробовик можно как-то взять? Ну, я не знаю. Кринж. Ну, клаустрофобию, по-моему, нельзя приобрести. Конец, ну и ладно, для дробовика прошел. О, 100% убийств! И 100% айтемов, поняли? На 100% прохождение.
0% секретов, ну, может быть, их тут всего 0. По-моему, да. Но я не эксперт, так, но, по-моему, клаустрофобия это то, что, да, как бы врожденное. Slough of Despair. Slough, если честно, я не знаю, что это такое. Дробовик можно хотя бы? Разве они не с дробовиком заходили? Странно. Вот, чел, разве он не с дробовиком ходит? А, вот, ну. Жесть, чего вас тут так много? Я не могу их патроны забрать, потому что они слишком высоко лежат, но это кринж. Ой, здрасте. Они тут как у себя дома, конечно. Где моя бензопила? А, там тень на меня напала. Блин, что-то... Ну, блин, с пистолетиком-то кринжово бегать. Ну, могли бы уже оружие это дать под конец игры. Чё ж ботится-то так? Вот нахрен вот эти сцены мне, где с пистолетом 3 часа долбрюзки этот череп этот. О, неужели это боюсь? А, опять? Ну, у меня опять все закончилось, я не знаю. Я нашел синий ключ. Блин, кринж какой-то, жесть. Они же, если затриггерились, то они уже будут ко мне идти до конца, да? Так. Не знаю, как это взять. Так, да, ну голому мне же должны дать ресурсы.
том-то и проблема, что в этой игре, ну, у тебя Эльгемовер сбрасывается. А где он? Мне надо, чтобы не сбрасывалось. Вернее, мне надо, чтобы, ну, у меня была возможность собрать с нуля. А не так же надо. А, так я причем, я же даже, у меня было оружие, у меня была ракетница на боссе. Но нет, мне все равно с нуля сказали идти. Что-то нажал, и они спустились. Ну, блин. Спокойно? Нет, я не думаю, что они построены так, что ты можешь спокойно пройти. Ты можешь пройти, но отнюдь не спокойно. Так, видишь, сложности возникают. И это я играю еще на низкой сложности. Что-то спокойно у меня не проходится. Ну, я не перестрелял его. Да, я не понимаю, ну, вы интересно это говорите или нет? А я видел прохождение Мегамена, где не получили ни одного урона за всю игру. И как бы, и ну, и что? Ну. Причем здесь казуальное прохождение? -то? Надо всю эту карту зачистить. Жесть, сколько их тут. Принц.
А как мне опустить это? Тут раз оно опустилось. Блин, случайно нажал. Ну я помню, что тут еще вылезет. А, ну там патроны, кстати, есть. А, стоп, это были не патроны, а что это было? Ну, у меня почти ничего нету по ресурсам. Вернее, у меня патронов вообще нету. Блин, это что-то катушечное что-то. Да кто меня жрет, я не понимаю. Чуть тень в темноте, серьезно, что ли? Так, ну получается тут все. Я тут ни хрена не нашел полезного. Только где там выход? Вот уродство. Тень в темноте, это уже перебор. А что поделать, мне нечем стрелять. Е-треть. Да ну нафиг. Ну, у меня снова нет патронов, но я, по крайней мере, большинство из них перебил. Что-то нажал. Ой, знаете, что-то это самое, ну, как бы... Скажем так, что-то я не хочу это переигрывать. Он умер? Это все, я прошел. Это был потный уровень.
Да, шутки кончились тут явно. За 45 секунд можно уровень пройти, видимо, да, пар. А, то есть все, что мне надо было, это бежать за синим ключом и сразу в эту дверь, и все. Ну, если знать, да, я понимаю, что, почему эту игру спидранит. Потому что если тут знать сразу, куда идти, то можно просто настолько в разы быстрее пройти. Пандемониум. Даже без каких-то спидран-трюков там, да, просто, типа, казуальный спидран, когда ты просто хотя бы знаешь, куда идти, и это прям намного быстрее будет. Вроде говорилось, что мы в аду, а тут опять какие-то человеческие постройки. Так, и что это? Да блин, я чё, дурак? Ну как бы... А, он вниз даже не спрыгивает. Интересное оружие выдали. Да ты чё? Серьезно в этот фонарик врезался? Непон. Так, по крайней мере, пока хп и патроны есть. Дофига пулемета скопилось. Так, ну тут... Стоп, это жижа. Это тоже неприятное, по-моему. О, бессмертие, лол. А нафига? Что-то опускается. Дробовик? Ну, спасибо, конечно, но...
Как-то слишком уж это празднично он опустился для всего лишь дробовика на данном этапе-то. А, вот и вернулся. Ну. Так, теперь еще раз это обойдем. А, нет, стоп. Патрончики. Чего тут еще не обследовал? Ну, ресурсов нормально навалили. Так, а там что за дверь, которой я не был? Или что это? Она, видимо, наверху, да? Так, ладно, что у нас еще здесь не исследовано? Слышу кого-то. Может, это дверь? А вот там на вас... А, вот тут и что ли не было? А, вот. У нас тут синий ключ, что нужно. О. Но это так, ресурсы, понятно. Но по сути тут ничего нет. Ну, то есть здесь... Ну, это, скорее всего, к выходу, наверное, синий ключ. Направо. Налево. Довольно больно, но ладно, предположу, что там ни хрена нет. Вон там у нас справа серая секция, как туда вернуться? Непонятно пока. Ладно, пойдем через вот это сходим. Да блин, прикалываешься? А, вот. И тут у нас справа дверь какая-то. Вот, даже не дверь, а просто лестница. Я тут не был.
А, это горячее. Так, ну я там не все, по-моему, исследовал. Может быть, я там ключ пропустил где-то. Здравствуйте. Видимо, не пропустил. Так, а где я не был-то? Где я еще мог пустить ключ? А, да, тут тупик, разве? Такое ощущение, что вся карта исследована. Откуда этот звук? Кто живой остался? Причем у меня же полная карта, я даже не вижу закрытых. Вот откуда здесь звук? Здесь нету закрытых пространств, судя по карте даже. Прям очень рядом. Блин. Что-то я не понимаю. Значит, надо еще раз по этому узком пространстве походить. Так, это тупик. Или не так, как я там ходил? Я пошел, по-моему, вот сюда. Сейчас тут как-то непонятно. Я пошел сюда. Потом вот сюда, наверное. А, нет, стоп. Не-не-не. Это тут, что ли, проход был? Непонятно, запутался. Как я тут попал в ту секцию, где я вот, ну, типа на красное сверху спрыгивал? По идее же я тут пробегал. Или все-таки это где-то тут было? Ну нет, то есть вот в этой секции только сверху. Я понял, все-таки нужно на начало идти. И там. Ладно, кажется, я понял примерно. Тут вот поднимаемся на вот сюда и вот тут направо.
Вот это место. И вон там на по правому краю надо идти. Я тут нашел какое-то интересное оружие. Ни хрена себе. Я на 40 тратил. Но я не нашел. Куда мне идти, я не нашел. Где мне зеленый ключ? Ой, синий. Кто тут издает эти звуки? Ладно, а что тут за серенькие небольшие зоны? Ну это просто стены, которые я не потрогал. Это ничего такого. А, нет, вот там я не был. Как туда попасть? А, это поверху, походу, здесь. Значит, я все-таки тут плохо изучил, что ли. Вот и ключ, ну понятно. Ой, запрятали. А как выйти-то на выход? А как на выход-то? По-моему, замуровали. Че, неужели у меня не будет 100% убийств? Ведь, ну, просто звуки какие-то были там, но я же по карте вроде все зачистил. Может, они вот сейчас вылезут, потому что я с ключом. Нет. Сейчас инстагиб какой-нибудь, да, наверное? Ну, почти. Я был готов. Сейчас 5% килс. Не знаю. 100% секретов, 100% поэтому. Может, застрял кто-то в стене? Такое интересно может быть. Да где ты видел? Я 30 раз карту прошел, и мне все открыто было. Я пропустил название уровня.
очень неловкое управление, поэтому я так-то как бы боюсь чуть мышку дернуть, и то куда-то улетит. Блин, чё бочки-то не взрываются? Кто тут поднимается? Но выбраться отсюда невозможно. Да. Опять безоружный. И чё, мы против этих с пистолета? А, нет, мы же... А, одна, один выстрел. Да не хватит пуль. А, я на красном стоял. Значит, мимо этих надо пробегать просто. Ладно, вниз не буду прыгать. Но там ресурсы лежат, это так странно, значит, это... А, наверное, это... Только один настоящий? Странно. Ладно. Ну, по крайней мере, патроны дают. На дробовик-то хоть.
А чё, он с трёх выстрелов не умер? А почему ему по 4 выстрела стало нужно? Я же вроде все попадаю. Да ладно. Мне так не показалось, ну ладно. Или там, если то там что, прям реально каждая дробинка, что ли, просчитывается? И как бы из-за того, что у меня часть дроби летит мимо. Так, синяя дверь. Ни хрена себе, я думал, здесь просто либо попал, либо не попал из дробовика. А вот и синий ключ. Так, а чё эта дверь не открылась? Я не понял. Вроде тут белый ключ нужен, что ли? А, вот открылась. А как? Я не понимаю, как она открывается. Странно. Что ты делаешь? Понятно. Так, это помечено как двери. Желтый ключ нашел. Экономлю патроны. А тут уже так красная. И тут уже красная. А, нет. Кому-то открылось. А, потому что это желтый. Оригинально. Поход по лаве с аптечками. Ну
Ну его нафиг. Специфичненько. Так, а что за кнопочка? Ну, что-то сделал. А я тут был, что ли, уже? Видимо, я кнопку для чего-то нажал. А, тут теперь лестница. И чего? Стоп, это единственный выход? Нет. Или... А, это... Нет, вот... Нет, вот там какой-то еще выход. Стоп, это вообще выход, прикол. Unholy Cathedral. Неприятно. Что-то много дверей, запутаться можно. Ой, там было 4 телепорта. А в упор 2 выстрела ему хватает. Большая локация. Ну, допустим, насытили меня патронами дробовика. Блин, лабиринт. Походу. Что-то непонятное происходит. Что, мне надо успеть нажать? Ну блин, ни хрена себе. Синий ключ найден. Никто не вылетел. Может, там опустилась ступенька? А, во, и правда.
БФГ? Ну, конечно, нет. Привет, Гоги. Гоги, как там твоя 14-я финалка? Ты хотя бы 10% прошел? Синяя дверь. Exit load. И все. 7% убийств. Быстро нашел. Ну и что, ты считаешь, что достойное по сюжету? Если на весь контент брать, ну на весь сюжетный контент. Гора Эребус. Ну, не знаю, тратить 10 лет на прохождение сюжета как-то. Да ты что, не умер, что ли? За пару месяцев, ну не знаю, даже ну, в любом случае для начала они должны хотя бы в Россию попроситься обратно. Ни хрена себе тут зоопарк. Зоопарк еще продолжается. Заказывается, бессмертие лежало. Блин, что-то без берсерка-то хреново бьется. А химзащиту спасает от этой штуки? Видимо, да. Ну, так я же и говорю, что без берсерка маленький урон. Я просто неуязвимость, поэтому я на пофиг бил.
Но оказалось, что очень долго бьет полоскалка. А вот и, кстати. Я просто не понял, что я хотел сказать. То, что очень долго я бил его. И даже не добил в итоге. А это для чего? Это чисто чтобы 100% убить сделать? Зачем заключенных-то убивать? Или они потом высвободятся? Ни хрена. Надеюсь, тут ничего важного нету. Потому что исследовать, конечно, что-то такое на лаве неприятно. Там была какая-то выемка, ебрит. Опять я поздно заметил. Может, зато патроны дали. Так, мне, кстати, надо валить. Так, а куда мне идти-то, собственно, вообще-то? Я нашел синий ключ. Что мне с ним делать? Там слева дверь какая-то. Чтоб она на лаве, что ли? Или... А, нет. А, или да. Это не там. Он считает, что там какая-то дверь есть. Или где она, подожди. Ну да, где-то там. А, не, я не в ту сторону пошел, блин. Тут. Непонятно. Так, а куда мне вообще-то надо-то? Неужели мне туда вниз надо? Я по итогу пока еще ни разу не забузил сейв. То есть я сохранялся, но ни разу не загружался. Я просто перепортировался внутрь. Как выйти? Тут вроде дверь была. Не понял.
Допустим. Мне кажется, не очень. Так, что-то еще открылось. Как мне отсюда выбраться? Карта. Так, вот тут где-то комната. Так, тут серое что-то. Так, есть два телепорта. Шарики дали. Еще один костюм, но зачем он мне тут? Пока не вижу локации на лаве, которые бы хотел посетить. Сейчас я другой телепорт пойду. Так. Но вон там серая слева какая-то масса. Ой. Быстро он что-то сдох. Так, вижу какую-то... Блин, за костюмом сгонять или пофигу? Что там зелененькое такое светится? А, это просто факелы. Так, а куда я шел? Я шел вон в ту серую. Ну ладно, где там был костюм все-таки тогда? Это просто секрет, да? Нет, это выход. Это выход. 100% убийств.
Нормально, в принципе, интересный уровень. Gate to Limbo. Это еще не финал? Или это уже финал? Это уже третья глава. Ее назвали финальной в самой игре, но при этом в меню как бы есть четыре главы. Не знаю, что бы это ни значило. Так что, ну, если считать, что здесь четыре главы, то это конец третьей четверти. Не знаю, экстра, не экстра. Но видишь, там по карте было видно, что я уже почти все уровни в этой третьей главе прошел. Я не знаю, может быть это финальный, может быть следующий будет финальный. И после этого, то есть третья четверть будет пройдена. Ну, третья глава из четырех. Но тут в конце всегда босс. Тут красный ключ нужен. Так, и что мне предлагается? Тень, что ли, или где? Где-то дверь открылась. Много их вылезло. Так, что тут? Кнопка, ну блин, ладно, нажмем. О, синий ключ. Отлично, платформа уехала. Телепорт куда-то? Нет, это не телепорт. А где был синий ключ нужен? Я что, помню, что ли? Ой, такие все тут сидят. Вот это я в правильном направлении двигаюсь. Вот. Одна из этих дверей. Только я не помню какая. Нет, это красный ключ. Так, вот это красный запомнили. Яйцо такое слева сверху. Ну, смотрите, дверь с красным. А вот это, наверное. А это, или это я не проверял. А это вообще не... А, нет, тут тоже красный. Блин, тут непонятно. О. И тут красный. И тут красный. Вот синий. Не понял, это ловушка или что? А, там ступеньки. Ну, как бы. Кстати, не вижу там, какой ключ нужен. Желтый, что ли?
Или никакой. Но в любом случае... А, кнопочка. Так, и чё тут? И всё, как бы ничего полезного. Стоп, она прижимает к потолку? Да. А, вот тут. А, тут красный всё-таки нужен. Короче, везде нужен красный ключ. Но где его взять? А тут ещё одна дверь есть. Специфично. Блин. Что тут произошло, когда я доступил туда? Кстати, назад не могу вернуться. Блин, лабиринт. Да, телепортировался. Это все-таки телепорт, только это выход из телепорта. Ну, блин, это я вышел обратно. А где было это место? Так, тупик. Тоже тупик. Тут где-то по-любому красный ключ валяется в этих вот тоннелях. Вот он. Всё. Так, а в какую мы дверь пойдем сейчас? Да в любую. Наверняка в самом центре выход. Вот здесь. Не совсем. Если вниз упасть, это смерть, что ли? Ну, что-то тут ничего нет. Странно.
желтый ключ. Ну как его взять? Если вниз упаду, не выглядит как хорошая идея. Как бы не упасть еще, блин, это управление. Эй, верни обратно. Ну, по крайней мере, падать вниз выглядит действительно плохой идеей. А, стоп, вот кнопочку. А, вон там что-то поднялось. Во, теперь надо во вторую дверь. Которая только что была. Так, и чего? А я не помню, где у нас желтая была. Я помню, не находил желтую дверь. Тут что-то изменилось? Нет. Кстати, может быть, это и выход? Так, у нас еще была красная дверь. Вот здесь. А, или это вот желтая как раз. Ага, это выход. Мне надо, видимо, вот эту кнопочку нажать. Как туда попасть? Как туда попасть? Непонятно. Видимо, какой-то телепорт туда должен вести. А какие еще у меня были двери? А, там, по-моему, справа была дверь, но там, не помню, там вроде бы уже было закрыто этой лавой. Ну, типа не... Ладно, сейчас проверим. Стоп, а вот тут что было справа? Может, тут что-то было? А, ну вот я про это как раз и говорю. Вот. А, тут появился проход. Угу. Я понял, куда я попал. Но... Мне ничего не дает. Кстати, вон там, по-моему, можно подняться, да? Если я упаду. Ну, короче, это бесполезная дверь. А тут что-то было, я уже забыл. А, тут тоннели и... Ну, я понял. По карте, кстати, еще один необследованный проход есть. О. Ну, по сути, ничего полезного. У меня, кстати, есть каждое оружие. Бензопила, пистолет, дробовик, пулемет, этот, ракетница, да, ракетница, шарики и вот эта хреновина. Из этой хреновины я еще, к слову, ни разу не выстрелил ни по одному врагу.
А в эту дверь я ходил? А вот и она как раз все. Все это, ну я не знаю, не видно, но видимо все, можно выходить из этого уровня. А где был выход? По-моему, вот это, да? Кажется. Не-не-не-не-не, у меня 4% хп. Стоп, это было не то. Рип. Что мне делать? Ну блин, странно. Ну блин, с 4% хп я уже ничего не сделаю. Отсюда нельзя выйти. Да. Ну а почему там не открылся выход? Ну ладно, я вроде, по крайней мере, сейчас... Так, надо вспомнить, где я скинник ключ взял. Я не буду теперь ходить тут по лаве, когда мне не надо, сейчас все быстрее пойдет. Естественно, только вспомнить, где этот синий ключ был. Что-то я не вспомнил, где был синий ключ. А, вон синий ключ. Так, я помню, где теперь синяя дверь. А, собственно, что тут открылось? Да, в этот раз у меня оружие повеселее этот был. На себе.
По-моему, friendly fire произошел. Так. Сейчас я немножко заблудился. Вот сюда нам надо. Вот. Вот тут синие двери, две штуки. Тут где-то проход узенький был. О. Сейчас повылезают летающие. Так, ну сюда я пока зашел просто зачистить. А вот в этой двери его второй. Ну тут сейчас будет этот летающий хрень. Вот так нормально. Ну что-то опасно, а что мне с ним делать-то? А я странно как-то. Не дошел. Так я бы тогда умер бы. Если бы я не бился пока. Блин, что-то хардкор начался какой-то. Мне даже не дают от начала выйти. Так, а где ресурсы-то? О-о-о. Ну, выходи. Да нифига, у меня там уже было мало хп. Ладно, пойдем дальше. Из-за этой темноты уже глаза, конечно, подустали. Пойдем-то сразу на левую дверь, пофиг, фиг с ним, это правый. Thank you.
Чтоб я не стрелял вроде. А, так это и не мой выстрел. А, где тут был ключ-то? О, жесть. Так, здесь надо сразу кнопочку нажать, которую я в тот раз в последнюю очередь нажал. Не знаю, что она делает, но... Ладно, потом убью. Пока хп не тратится, надо по лаве прибежать. Так, вот эта дверь куда-то ведет, я уже не помню. А, сюда желтая. По центру чё? А, вот что поднялось. И я в тот раз вот тут не был. Так, кнопку вот эту активировал. Ага, желтый ключ нужен. И это в центре. А там что? А, тут, я понял, два столба. Тут вот тоже кнопка, и теперь надо во вторую идти. Что за звук такой? Вот и желтый ключ. Теперь с желтым ключом идем туда в центр, посмотрим, что там. Может, это выход? Нет, выход мы же знаем. Вот это теперь, наверное, уже там активировало, да? Да, все, выход открыт. А выход у нас находится вот здесь, да? Ну такой спидран практически получился. Минут дис, ну это уже явно финал. Не, ну я по нему попадал, конечно, ни разу. А нет, все-таки попал пару раз. Ой, там паучок какой-то. А-а-а, он пулеметом стреляет. Ну вы чё? Так нельзя. А что я должен был сделать?
Я же не могу идти на паука на этого. Ну, как бы такое. Третий раунд. Ну типа и все, а что я сделаю-то? Садил в него обойму шариков. Я даже наверх не могу подняться. А, нет, я могу наверх подняться, ну. Ну что мне по одной ракете вот? Бегать слишком медленно. Ну, что-то какая-то безнадежная ситуация. Ну, кстати, на Shift он быстрее не начинает бежать, по-моему, что-то. Видимо, на мышку нет шифта, потому что он... Ну, типа, ты просто быстрее мышку двигаешь, он быстрее бежит. То есть вот это максимум все равно. Я не понимаю пока, что мне делать. Ну хп мало. Хотя у меня 112 армора, а все равно умирает.
Так-то, блин. Ну, что-то это слишком сложно пока. Так, тут бег, вот. То есть, видите, я могу вот так медленно перемещаться, а могу вот быстро. Ну, то есть, это же просто зависит от того, как ты быстро мышку передвигаешь. Какой-то дурацкий уровень. Оставили врага перекачи, и что мне с ним делать, непонятно. Ресурсов нету. Не знаю, по-моему, плохо сделано. До этого интереснее было уровень, когда там что-то исследуешь. А тут просто в тупую битву, и которую непонятно, главное, как вообще здесь победить, в принципе, возможно. От его пули нельзя убежать. В этом проблема. Ну вот я не могу даже убить маленьких. Я не успеваю. Ну, допустим, я убил маленьких. Ну, что мне теперь с большим делать? Ну, рип. Ну, как бы. А у него, ему надо еще ракет 50, наверное, надо садить. И главное, он по броне даже не попадает. Я не понимаю, зачем вообще броня в этой игре, если она ни на что не влияет. Ну, сейчас, наверное, пойду сложность уменьшать. Это бред, это такое говно, этот уровень, просто ужас. Тупо хрень какая-то.
Но эта игра не могла быть настолько хорошей. Надо было обязательно сделать говно уровень один. Конечно, говорите, да, я же говорил, что подсказывать можно. Это мне вообще ничего не дает, я не думаю, что это у меня сработает. Ну, типа, и что я буду делать-то? Ну, допустим, так действительно можно их полегче убить. Правда, у меня только пистолет, это плохо. Хорошо, я убил двоих. Ну, специфично. Но он не умер даже все равно. Патронов с избытком? Ну, что-то я не заметил.
Да нифига, они все в меня целятся, ну чё вы начинаете-то? Он не стреляет через своих. Ну, кстати, это, может быть, можно использовать. А, вот. Я пока что не обузился его. Я сохранялся было, но я ни разу не загружал. В итоге всегда это проходил. Офигеть, 2 хп. Спайдер-демон. О, из ада выгнали. Наконец-то дома. Интересно, что дома происходит. Да, хорошо, что через эту дверь никто не может проникнуть. А где титры? Ага. Угу. Это земля? Получается, Адок проник на землю теперь. Хм. Позитивная игра. Ну, это не четвертый эпизод, это типа экстра или что, я не понимаю. Эти игру, как бы, получается, я прошел. Ну, давайте так, по сюжету. Имеет смысл четвертый эпизод тут проходить перед Doom 2? Или как бы это просто уровни ради уровней? Если это просто уровни ради уровней, я не хочу. Если это типа как бы... А, ну то есть это как бы имеет смысл по сюжету, да? Тут, конечно, сюжет такое, но все равно как бы хочется целостную картину иметь. Ну тогда четвертый давайте. Так, единственное, только я... Ну я понимаю, что сюжет так себе, но все равно какой есть. Сейчас только... Сейчас мы посмотрим, а сколько мне там надо будет уходить.
Ладно, наверное, часик, может, и больше еще можно поиграть. Ну да, но я как бы даже в играх, где мало сюжета, мне все равно как бы целостную картину и люблю составлять. Потому что он все-таки здесь сюжет подразумевает, ведь тут даже текст есть. Понятно, что это не какая-то прям драматургия, где детально описан сюжет, но все равно как-то хочется, раз уж есть тут сиквелы даже, то хочется целостную картину иметь. Скажем так, я цепляюсь за крупицы сюжета часто. Даже в играх, где это вторично. The Flesh Consumed. Красный ключ нужен. Вот теперь новые выключатели. Мне не очень нравится вот этот темень, то, что здесь темно, да, как бы. Там внизу, что ли, кто-то ходит, я не пойму. Короче, не люблю темноту в играх. Даже если она как бы уместна там по сеттингу и так далее, ну просто в целом неприятно играть. Так, у меня пока ключей нет. А кто стреляет-то? А. Стоп, а зеленый шарик вообще-то пускал. Очень плохой противник. Вроде бы утихомирил тут. Не, я понимаю, но все равно, как бы. Ну, вот у меня глаза уже устали от этой темноты. Просто чисто вот технически темнота плохо. Даже ради хоррора там, ну, можно другое что-то сделать. А как мне выйти? Не было кнопок никаких. А, я красный ключ нашел. Я даже не заметил, что я красный ключ нашел. Тут, кстати, еще дверь была. А, это как раз для красного. А, тут пол был грязный. Ну странно, то есть получается, что большинство игроков проходит эту игру с сейв-стейтами, но на высокой сложности. Но, на мой взгляд, это как-то тупо. Ну уж либо ты проходи на высокой сложности, как бы так, как это здесь задумано, то есть уровни целиком. Да, либо понижай сложность, если это слишком сложно. Ну, на мой взгляд, я как бы никого, естественно, не осуждаю. Но, на мой взгляд, это было бы более логично. А, мне тут в упор стреляли.
Ну, то есть тут, видите, да, намного у меня, то есть мне интересно получается, что когда я, то есть я покажу уровень целиком, я вижу, как вообще его, то есть есть целостная картина, как уровень выглядит. Если бы я сохранялся, то я бы к прохождению, я даже не помнил, как там начало выглядит. А так, я могу пройти уровень от начала до конца, и, то есть, я прочувствовал его левел-дизайн, там, и так далее. На мой взгляд, так более правильно, ну. Ну, я уже, мне уже 15-й человек говорит про сложность. Так, а чё я сюда пришёл-то? Вы чё тут спрятались, я не понял. А вот и синий ключ. А чё за звук был, как будто что-то открылось? Что-то есть, я не вижу. Ну, на мой взгляд, тут не настолько сложно, чтобы секс-сейта обузить. Ну, то есть, я, конечно, у меня рука дрогнула пару раз сохраниться, но... Как бы не пришлось воспользоваться. Ну, это на самом деле я так тоже уже как бы. Мне просто от лени. Так-то можно было бы и перепройти даже в случае чего. Если бы я там умер. Добавить закончился. Так, оружия не очень много. Я все здравствуй убили. Где они все? Ладно, видимо, стены ты касался, но мне это вроде и не надо. Пойду красную дверь открою. Кто здесь ходит, я не вижу. А, он понизу ходит. Чё он там ходит? Блин, не вижу где. Он умер, да, вроде? Угу,
этот телепорт куда-то. А, и все? А, ну это же первый уровень в четвертой главе. Perfect Hatred. О, тут нету карты. Почему они спиной ко мне? Так, и чё? А, тут какая-то хрень летает. Ой, ни хрена себе. Ни хрена себе. Ну как бы... Ой, не знаю, если это уровень повышенной сложности, там это вообще вся четвертая глава, то я не уверен, что я хочу. Типа я не хочу просто проходить тупо экстра. Если это не сюжетная глава, прям. Так, у нас был намек, что все демоны вырвались на землю по сюжету. Но я что-то не вижу вот в этой карте. Ну, может, нафиг кого-то, да. Что-то... Что-то, мне как-то кажется, слишком они стали пихать много врагов. Да, давайте не будем. Я лучше вторую часть пройду. Я на Ютубе, может, посмотрю, что тут. Короче, игра пройдена. Вот. 5,5 часов заняло прохождение. Ну нормально, мне понравилась, хорошая игра.